У нее есть друзья и охрана. Она довольно дружелюбна и знает себе цену. Но совсем скоро ей придется предстать перед всеми уже в новом статусе. Под чутким наблюдением врачей она станет мамой. Но тяжело ли это быть родителем младенца ростом в 1,5 метра? Рождение жирафа. 27 января в 16:00. Премьера на телеканале «Зоопарк».